В гостином дворе также прошел третий Всероссийский форум классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования, в котором приняли участие 26 педагогов из Якутии. В этом году форум не простой, а праздничный, сообщили организаторы. Это практически кульминация событий года педагога и наставника, добавили в Минпросвещение страны. Форум направлен на повышение качества и престижа профессии учителя. Деловая программа была посвящена актуальным вопросам педагогики и воспитания. Всего на форум поступило более 60 тысяч заявок. Очень много площадок, очень много информации, очень много новинок мы здесь увидали, познакомились, увидали много нового. Поэтому я вот так выщипываю себе знания новые из работы заслуженных учителей, очень много почетных работников учителей. Очень интересные были мероприятия, круглые столы, были лектории и, конечно, много нового. Якутия!